это. Да, бля, на самом деле, можно создать просто фейковый аккаунт в Инстаграме и все. Скидывать? Ну да. Я так не делаю. Нахуя это делаю? Знаешь, после того, как я выложил фотографии, то, что я в Стамбуле, у меня уже каждый день такое. Вот ты говоришь, что на тебя подписываются, на меня не подписываются, мне кидают просто. Подожди, кидают пенисы прям в ЛС? Да, постоянно. Бля, пацаны, если вы так делаете, то вы такие глупые, ебать. Ну, да тем более она жена. Я потом Роме показываю, мы вместе смотрим. И Рома так сравнивает еще. Рома такой, не, Рома такой смотрит, такой, ха-ха, ебать, долбоёб. Не, ну это бред, пенис. Нет, с пенисом. Бля, самая, знаешь, самая некомфортная ситуация была, когда я ехала с мамой в машине, я решила почекать директ в Инстаграм.